Подготовительный этап к программе «Эфир с президентом» в разгаре. В субботу, 28 октября, 18:00, службы Первого Приднестровского закончили принимать вопросы от граждан. Для того, чтобы как можно больше жителей нашей страны смогли обратиться к гаранту, на улицы городов республики выходили наши коллеги, а также была возможность задать вопрос по телефону или отправить его на электронную почту. Здравствуйте, меня зовут Денис, мне 27 лет. Я закончил экономическое образование. Не могу устроиться по своей специальности, везде требует опыт работы. Скажите, пожалуйста, Вадим Николаевич, почему бы вам там, не придумать такой закон, по которому работодатель будет обязан брать без опыта работы на условиях стажера? Вопросы, которые поступали через телефонную связь, они все записывались, соответственно, три, которые мы выбрали непосредственно для президента. Президент их услышит, будет включена запись во время эфира. Всего по разным каналам связи поступило внушительное количество вопросов. Более 300 по телефону, более 50 отобрали наши корреспонденты на улицах городов. А еще приходили сообщения в социальные сети и на электронную почту. Все это аккумулируется, все это фиксируется, и затем мы передадим это все президенту. Напоминаем, президент Приднестровья Вадим Красносельский ответит на вопросы граждан 3 ноября в 21:30 в эфире Первого Приднестровского телеканала. Не пропустите!